По ней надо чуть. Как прошел сегодняшний спецучастник? Метров там 20, наверное, было. Ну, какие-то странные ощущения, в принципе, так сказать. То есть, вот со старта было такое ощущение, все, что еду как-то медленно, не знаю почему. И все время как-то себя убеждал, что ладно, как еду, так еду. Не буду, так сказать, подгонять себя, поеду так, как есть. Вот, оказалось, скорость была очень сегодня хорошая. Вот, результат тоже неплохой. Поэтому я думаю, что вошел в форму, вошел в ритм. Вот на сегодня четвертый день, да, у всех четвертый спецучастник, у нас третий, потому что мы один пропустили. Но тем не менее, так сказать, очень понравился. Спецучастник был, хоть было очень много прямиков, большие прогоны были очень большие, до 15 километров. Но дело в том, что все это было в песке. Все равно дорога мягкая, машину разгонять очень серьезно не получается. То есть все равно она где-то 150, там 155, даже 60 не разгонялась. Но не идет она больше, все-таки, потому что мягкая дорога, песок мягкий, тем более влажный песок, он такой, какой-то получается как вязкий такой, вязкий. И поэтому, конечно, ну вот мне казалось, что поскольку у нас все-таки короткая стоит коробка, и мы не можем на прямиках конкурировать с нашими, так сказать, коллегами. Поэтому, ну вот, тем не менее, получилось, что неплохо. Несколько раз, как оказалось, не туда сворачивали, но это, в принципе, нормально. Я считаю, что это, в принципе, так сказать, ну, у всех происходит, не только у нас. Бывает так, что люди, наверное, не знающие, так сказать, суть гонки, думают, вроде, где там ошибиться, как там, вроде. Ну, когда 4-5 дорог расходятся в разные стороны на перекрестке, то, конечно, так сказать, найти правильную очень сложно бывает. Но, тем не менее, так сказать, я считаю, что справился и штурмом, мы справились сегодня с гонкой, с машиной. Ну и надеемся, что завтра, так сказать, у нас такой серьезный день. А тот спецучастник в обратную сторону, в которую мы не ехали. И мы надеемся это как раз попробовать то, что все уже прошли, ну, в обратном направлении. Ну и с новой коробочкой посмотрим, что получится. Но будем стараться. А кого из соперников вы сегодня видели на трассе? Ну вот заплетал, стоял. У него, видимо, что-то случилось. Правое заднее колесо, по-моему, вывернутое было. Потом два миника, не знаю, что с ними случилось, но уже в песках, в дюнах два миника было. И у них, у одного, ну, трос был натянут, не знаю, они друг друга подтягивали. Какие там проблемы, нам сложно сказать. Но песчаная дюна была то же самое, что вчера, так сказать, вся песочница. Только ехали немножечко в обратную сторону. С другой стороны, мы заезжали с противоположной, где-то с северной стороны. В этот раз мы с южной стороны заезжали. Так, в принципе, в этот раз мы, слава богу, без остановки получилось у нас. Но, правда, один раз все-таки мы тоже ступеньку поймали. И сброс был очень серьезный, удар был так тоже приличный. Но, слава богу, так сказать, все обошлось. Вот. И, в общем-то, я рад, что вот именно песочницу мы смогли проехать без остановки.